Здравствуйте, здравствуйте. У нас продолжение большого игрового дня в Мелбет первой лиги. 9 сентября, 9-й тур лучшей лиги мира. Вашему вниманию. Мы, конечно же, в Калининграде. Мы, конечно же, на Ростех-арене. И мы совсем скоро станем свидетелями дебютного матча во главе Калининградской Балтики Андрея Талалаева. Так что ничего простого изначально не сулит эта встреча подопечным Игоря Меньшикова. Они начинают с центра поля. Тигран Аванесян. Хорошее взаимодействие. Успеет здесь Сауч. Да, и ногу подобрал и пробил. Партнер это Амир Мухаммад. И смотрите, какие страсти кипят сразу же. Подача углового высокий. Мяч и какой гол забивают тюменцы. Это Давид Шавлохов выигрывает верховую дуэль. У сразу нескольких соперников и забивает на 13-й минуте. Это событие. Это событие колоссальное для тюменцев. Сибирь идет пока на последнем месте. И вот туда Андрей Савин поехал, видимо, с претензией быть основным. Пенальти! Боже ж ты мой, что ж Тюмень делает на ровном месте в своей штрафной? Но уходящий мяч. Это был Данил Карпов. Это игрок атаки. Сток прозвучал, паузу выдержал Фернандес. Мощнейший удар. И даже если и коснулся Станислав Крицук, то, наверное, вытащить, отбить такой мяч просто нереально. Сравнивает счет Алекс Фернандес. Пропотел уже не меньше футболистов, кажется, на бровке Андрей Талалаев. Первый гол Балтика при нем забивает, забивает с пенальти. Алекс Фернандес, Эльдарушев. А вот на сей раз отдает очень неплохо. Глушков. Три партнера себя предлагают, но Глушков бьет сам, бьет в ближний угол. Никто мяча, по-моему, не коснулся. Удар от ворот. Опять же, достаточно достойной игре. Вот как мы сегодня увидели на стартовом отрезке, да и до сих пор продолжает, в общем, Тюмень в контроль играть неплохо. В самой концовке Тюмень пропустила первый мяч. И опасна еще одна ситуация. И добивание. Штанга. Пряхин. Пряхин уже потом хотел на Глушкова сыграть. Лалай. Ох, как ошиб сейчас Денис Талалай. И выход один на один. Пряхин. Крицук. Станислав Крицук выручает. Но момент еще один. Рикошет угловой. Какие моменты, какие страсти и какая ошибка. Денис Талалай буквально сейчас, ну, подарил момент команде Талалаева. Вот такие подарки. Бразилец, бразилец. Саусь и борьба Эльдарушева. Можно здесь с носка пробивать, не стал этого делать. Пряхин и добивание. Абу Саид Эльдарушев в шапке-невидимке. Второй гол Балтики. Мы уже видим, наверное, заключительную все-таки фазу атаки. Классный, очень плотный удар Амира Мухаммада. Еще через скопление, да, вот целая такая выстроилась когорта собственных игроков, своих защитников. Подача, скидка, и можно было здесь досылать мяч в ворота. Правда, в положении вне игры оказался Данил Карпов. Никаких перспектив вроде бы не просматривалось. Ну и продавать, правда, никто особо не торопился его. Старается комбинировать Тюмень. И, конечно, в этом плане ей не симпатизировать нельзя. Амир Мухаммад метание мяча в длину по бровке сейчас продемонстрировал нам. И это только приблизило свисток Сергея Куликова. Да, победа Балтики. Не яркая, прямо скажем, а такая натужная, не впечатляющая, но состоялась. И состоялось очень стремительное продвижение Балтики вверх по турнирной таблице.